открывает сегодняшнюю подборку сериал «В дом упавшая молния». Муазес очень симпатичная девушка, которую мужчины не обходят своим вниманием. У нее случается беда, ее отец умирает, и она остается одна. У нее начинают накапливаться долги за квартиру, нависает угроза быть выброшенной на улицу за неуплату долгов. К счастью, до своей смерти отец успевает написать письмо своему брату. Муазес не знала о существовании дяди, так как они с отцом давно не общались из-за очень давней ссоры. Дядя отправляет в Измир своего сына, чтобы он привез Муазес в Стамбул. Сыновья дяди не стали исключением и не смогли устоять перед красотой Муазес. Как поступит девушка, если учесть, что старший сын уже давно женат и жена его оказалась бесплодной? Это я назвала ее Фериха. Главная героиня этой истории – молодая, довольно-таки привлекательная девушка, которую зовут Фериха. Родители этой девушки работают прислугой в шикарных апартаментах богатых людей Стамбула. Ферихе всегда хотелось быть хотя бы немножко похожей на всех этих людей. Она мечтала посещать шумные вечеринки, званые ужины. Но после того, как главная героиня этого сериала поступила в университет, ее жизнь кардинально меняется, так как все, о чем она мечтала в раннем возрасте, для нее оказалось попросту недостижимым. Защитник. Это история о том, как простой парень превращается в героя. Хакан в детстве потерял всю семью, рос один. Он молодой человек, живущий обычной жизнью. Хакан далек от того, чтобы стать героем. Однако однажды к нему подходят бессмертные люди и говорят, что Стамбул находится в опасности. Спасти город может только он, так как является последним защитником, оставшимся в живых. Хакану, хотя он этого и не желает и не готов, приходится послушаться таинственных людей и взять на себя данную миссию по борьбе со злодеями. Прилив. Сериал рассказывает про жизнь современной молодежи. Яман – молодой парень, который рос без отца. Учебу он совмещает с работой. У него есть друг – Кенан. Однажды они оба попадают в аварию на машине. Кенан не справился с рулем, но всю вину на себя взял Яман. От тюрьмы его спасает адвокат Селим Сирас, который делает парня частью своей семьи. Жизнь Ямана резко изменилась к лучшему. Он подружился с сыном адвоката Мертом. Они оба удачно дополняют друг друга. Там же он знакомится и влюбляется в девушку по имени Мира. Но несмотря на все хорошие перемены, есть еще и прошлое Ямана, которое никак не дает ему забыть о нем. Но сможет ли он измениться и начать новую жизнь? Сериал повествует о печальной судьбе двух братьев, которые должны жить порознь. Во время игры в прятки Умут прячется и его не находит. Правда заключается в том, что мальчик похищен бандитом Селалом Думаном. Это босс их отца. Изменив имя на Мерт, Селал отправляет его на улицы, где он испытывал тяготы и лишения. Полиция говорит, что Умут мертв, но брат Сарп не верит. Он поступает учиться в полицейскую академию, желая найти брата. В учебном заведении вместе с ним обучается Мерт. Сарп был перспективным, но в день выпуска делает невероятную вещь. Попадает в тюрьму, угрожая директору Юсуфу Кае. Этот жест – лишь хорошо спланированный сценарий привлечь Селала. Это удается. Сын гангстера проникает в органы, а полицейский работает в мафии. Все начинает усложняться, когда раскрывается замысел одного из них – остановить другого. Со временем они становятся врагами. Найдут ли себя два разлученных брата?